Здравствуйте, я ваша учительница Саша Ду. Добро пожаловать на наш курс по русскому языку уровень B2. Очень рада вместе с вами заниматься русским языком. 大家好，我是你们的 Саша Ду 老师，欢迎来到沪江俄语 B2 课堂，很高兴与你们一起学习俄语。Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на наш курс по русскому языку уровень B2. Я ваша учительница Саша Ду. Очень рада, что вы продолжаете слушать наши занятия. И сегодня мы начнем новый, 10-й урок. 亲爱的同学们，你们好，欢迎来到沪江俄语 B2 课堂。我是你们的老师 Саша Ду。非常高兴你们继续听讲我们的课程。那今天我们要开始讲新课第十课了。Для повторения пройденного урока давайте выполним задание. 那为了复习上节课的内容，我们一起来做两个练习。Задание первое. Найдите соответствующие объяснениям слова. 练习一，请找出与解释相对应的词。Первое задание мы вместе выполним. Сначала посмотрите слова.Прочитайте, пожалуйста. 第一个练习我们一起来做。先来看这些词，请跟我读。Обои, ползать, коттедж, омуль, уха, лай, пес, тишина, молчание, полдень,полночь. 好，那我们一起来看练习。练习的要求理解了吗？下面给出的是词的意义，随后根据这个解释，大家找到相对应的词。第二位 ，ходить на четвереньках， 用四肢走，那就是 ползать 爬。对了。第二位 ，двенадцать часов дня， это полдень。12 часов ночи. Да, это полночь. 这里要注意了，俄罗斯人表示终点的方法，我们要看得懂。比如说这边的12点，那我们中文习惯于用冒号，俄罗斯人会用一点，就是句号来表示。说到标点符号，那我也再说句题外话。比如我们出去买东西，在俄罗斯看标签，这个价钱大家要看得懂。我们中文写的小数点，俄罗斯人是用逗号来标的，而他们的点是为了区分三位三位，比如说 тысяча, миллион, 这样，大家千万不要搞错了。好了，回到练习。Четвертое объяснение. Большой дом за городом. Да, это коттедж. Пятое. Суп из рыбы. Уха. Сибирская рыба.Омуль, собака. 这些词当中有哪些指的是狗啊？那就是 пёс, 公狗。Голос собаки, лай. Бумага для стен, обои. Отсутствие шума, тишина. Последнее, когда человек не говорит, молчание. 怎么样，大家完成的好吗？那下面一个练习就让你们自己独立完成咯。Задание второе. Поставьте прилагательные в нужной форме, полной или краткой, и закончите предложение. 这个练习是考大家形容词长尾短尾的使用。这边每两句话给出一个形容词，大家要根据句子的意思判断它应该变成长尾还是短尾，并把相应的形式填到句子里面去。大家好好做。要争取全对哦，这个不难。
好了，现在呢，我们就要开始新课了。Давайте вступим к новому тексту. Сначала прочитайте за мной, пожалуйста, новые слова. 老规矩，还是先跟我一起来读一下生词。Читатель, читатель. Признаваться, признаться. Признаваться, признаться. Связать, связать. Потребность, потребность. Повседневный, повседневный. Обстоятельства, обстоятельства. Влиять, повлиять. Влиять, повлиять. Героиня, героиня. Ближайший, ближайший. Хорошо, теперь посмотрим текст. Тема нашего текста называется «Мечты о будущем». Давайте тоже прочитаем. Читателю, конечно, хотелось бы узнать, как закончится история Людмилы Кисиной и ее сына Руслана. Автор также хотел бы это знать, но нужно признаться в том, что жизнь не всегда проста, и не каждая история имеет свой счастливый конец. Отношения между людьми тесно связаны с социальными и экономическими условиями и с практическими потребностями повседневной жизни. Но можно подумать о том, какие обстоятельства повлияют на жизнь нашей героини в ближайшие годы. 好，今天我们要学的这两段课文不是很长，那现在我们一起来分析一下。Давайте проанализируем текст. Сначала посмотрим тему «Мечты о будущем». 先来看 «мечта» 这个词。мечта 这个词的变格要注意了，单数没有特别，复数 мечты， 复数第二格大家想一想是什么？复数第二格是 мечтаний， 复数第三格 мечтам。мечты, мечтами, о мечтах. 这个词表示幻想、希望、理想、向往、憧憬。Посмотрите примеры, 来看例子。Пустая мечта, 空想。Предаться мечтам, 沉溺于幻想。Рассеялись светлые мечты, 美好的幻想破灭了。Реальная мечта, 现实的理想。Мечты о будущем. 这里也就是我们课文的题目，可以解释为对未来的憧憬。Мечта всей жизни. 一生的夙愿。Сбылись его заветные мечты. 他梦寐以求的理想实现了。好，我们接下去看课文，因为今天课文的内容不多，所以我们可以一句一句分开来看。来看第一句。Читателю, конечно, хотелось бы узнать, как закончится историюЛюдмилы Кисиной и ее сына Руслана. 先来看 читатель 这个词，表示读者。Это человек, который читает. Например, читатель газет, 报纸的读者。Отзывы читателей о книге, 读者对书的评论。Зал для читателей, 阅览厅、阅览室。当然，阅览室我们还有其他表达方式，比如 читательный зал。当然还包括更简单的口语的说法 читальня. Дальше, конечно, это вводное слово. 当然这个词它是插入语，在之前我们讲插入语的时候就已经提到过了，它前后要用逗号隔开。Дальше, кому хотелось бы, или кто хотел бы? 这个句式我们在讲礼节用语的时候已经说过了，也是表示谁想做什么。但是是比较谦虚礼貌的说法，因为它加了 бы， 用了虚拟。那一般我们可以说 я хотела бы что делать， 或者 мне хотелось бы что делать。这里要注意了，两个句式意思是差不多，但是 мне хотелось бы 要比 я хотела бы 更礼貌、更谦虚，也表示更渴望。Следующее слово история， 这个词可能我们是学过的。但是它的意思真的有好多，所以我们再来看一下。第一个意思表示历史、历史学，就和我们之前学的一样。Например, законы истории, 历史规律。История литературы, 文学史。
История Китая. Чонгоши. Древняя история. Кутайши. Невиданные в истории события. 史无前例的事件。好，这个词组当中我们要提一下发音规则。 V history 连读的时候不可以读成 V story， 而要读成 V story， 有 A 的那个音出现。 Historia 的第二个意思表示往事，过去的事实。 Например Historia vaprosa， 问题的来龙去脉。 Atayji V storyu， 已成为往事。第三个意思 ,historia chivo, 加第二个表示事物的进程发展史。那也是历史的意思 ,historia chivichestva, 人类发展史。第四个意思人或物的经历底细 ,например, historia druga, 朋友的身世。第五个意思口语表示故事，我们经常讲的什么什么故事 ,например,Увлекательная история， 引人入胜的故事，这里不能解释为历史了。那口语当中同样还可以表示事件、事故、丑事、丑闻，各种啊。Например, случайная история， 偶然的事。Неприятная история， 不愉快的事。那这个词那么多意思，我们在平时听俄语当中，我们就要注意它的翻译了，不可以只翻译成历史。好了，那我们来看第一句话的意思。当然，读者们一定想知道柳德米拉季辛娜和她的儿子鲁斯兰的故事是怎么结束的。好，来看下一句。Автор также хотел бы это знать, но нужно признаться в том, что жизнь не всегда проста, и не каждая история имеет свой счастливый конец. 先来看 также 这个词，我们在很早，可能是第七大课的第一小课当中就提到过了，这是一个书面语，它的意思等同于 тоже， 表示也是。Следующее слово признаваться， 先来看它的变位，需要注意了，未完成体 признаваться 是 авать 结尾的变化，所以 я признаюсь， ты признаешься， а не признаются。命令是要注意了 ，авать 结尾的。признавайся, признавайтесь. 副动词 признаваясь. 完成体 признаться. Я признаюсь, ты признаешься, они признаются. 其实这边完成体和未完成体变位的形式是一样的，重音不同，所以大家一定要注意了。来看这个词的根格和意义。признаться кому в чем? 向谁承认、招认、坦白说出什么。Например, признаться в своих ошибках, 承认自己的错误，这边一定要无加第六格。Признаться кому в любви, 向谁倾诉爱情，其实也就是我们讲的表白。第二个用法作为插入语，一般出现的是两种形式，一种是 признаться, 完成体的不定式，还有 признаюсь, 未完成体 я 的形式。在口语当中表示老实说，说实在的。我们来看例句 ,посмотрим предложение. Я признаюсь, не читал этой книги. 老师说我没读过这本书。好，这边要注意了，它是插入语，所以要怎么样，要用逗号隔开。Еще предложение. Признаться, этого я не ожидал. 说真的，这出乎我的意料。好，再来看一个词 ,простой. 课文当中出现的 проста, 它是 простой 的短尾形式。我们来看它的短尾。Он прост, она проста, 重音跳到后面去了。中性，重音跳回来。Оно просто, 复数 они просты или просты, 复数两个重音都可以。再来看一下 простой 的比较级。Проще, 还记得音变的规则吗？ ст 变成 sh, 所以这里得到的是 проще。Простой 的最高级形式 простейший。好了，来看这句话的意思。作者也想知道，但需要承认，不是所有的人生都是平凡的，也不是每个故事都有幸福的结局。翻译没有正确答案，我再说一遍，因为这只是我自己翻的，只要大家理解正确了，翻的文字不一样是没有关系的。
Посмотрим дальше. Отношения между людьми тесно связаны с социальными и экономическими условиями и с практическими потребностями повседневной жизни. Мы сейчас посмотрим отношения этого слова. В прошлом уроке мы уже упоминали множество и множество разных слов, например, интерес, интересы, выбор, выборы. 这边我们出现了一个新的单复数意义不同的词，就是这个词 отношения. 单数 отношения 表示态度，对什么的态度，后面的根格要 к кому чему. 复数 отношения 表示关系，后面要 между кем чем. 现在看啊，我们已经学了三个，最起码三个单复数意义不同的词了，大家课下一定要学会整理。来看关于 отношения 这个词的一些用法，有一个做前置词来用的 в отношении， 后面加 чего， 加第二格表示对于什么什么。 в отношении к чему， или в отношении к чему， 和 в отношении 的用法是一样的，也是表示对于什么。еще， во всех отношениях 表示在各方面， в каком отношении，在某方面，在某种意义上， например, в некотором отношении, 在某方面， в этом отношении, 在这方面。Следующее слово. 课文当中出现了 связанный 这个词，它其实是从 связанный 变过来的短尾形式。动词 связывать, связать, 表示连接或者与什么有关系。变化 связывать 未完成体，第一变位法不多说，主要看它的行动词 связующий 完成体 связать 一样 связу de связешь 终于跳到前面去了 они связут 它的被动行动词就是 связанный。 来看用法 связать что 连接上接上 например связать разорванную веревку，把断了的绳子连接上。 связать что 还可以表示捆上，捆在一起，包在一起。 Посмотрим предложение. Мать связала все покупки в один пакет. 妈妈把买的东西包成一包。 связать 这个词加 что 还有一些专业的意义，比如说连接起来，粘合，粘牢，常被形容连接骨骼。Например, бедро иголен связаны коленным суставом. 大腿和小腿是由膝关节连接的。不过这个有点专业啊，这个大家只是可以了解一下，听到的时候可以听得懂就可以了。第四个用法 связать кого что， 捆住谁的手脚，束缚、约束、限制。Например, связать себя словом， 以诺言约束自己。связать мысли, 束缚思想。связать кого с кем с чем, 表示使谁建立联系，使关系密切。Например, свяжите меня с вашим руководством, 请您在领导面前给我拉拉关系。Дальше, потребность, 这是个阴性名词，表示需求、需要，也可以表示渴望。Посмотрим примеры.Насущная потребность, 迫切的需要。Первая потребность жизни, 生活的第一需要。Удовлетворить материальные и культурные потребности, 满足物质和文化上的需要。而这边物质和文化我们都会说了。Испытывать потребности в чем, 感到需要什么，后面是в加第六个。Чувствовать потребность сделать что,渴望做什么，后面要记得是 сделать 用完成体。Дальше слово повседневный， 日常的、经常的、每天不断的。Например, повседневная работа， 日常工作。Повседневная жизнь， 日常生活。Повседневные заботы， 日常琐事。那 повседневный 这个词还可以表示平常、普通的。повседневный случай, 寻常的事情。
好了，那现在来解释一下课文的这句话吧。人与人之间的关系和社会经济条件以及日常生活实际需求相关。Посмотрим дальше. Но можно подумать о том, какие обстоятельства повлияют на жизнь нашей героини в ближайшие годы. Первое слово обстоятельства. 这个词要注意了，单数 обстоятельство 和复数 обстоятельства 意思也是不一样的。好，这是我们学的第四个单复数意义不同的词了。我们先来看单数，单数 обстоятельства 以 о 结尾的表示情形、情节。Например, чрезвычайные обстоятельства 特殊情形 ，обстоятельства преступления 犯罪情节 ，выяснить обстоятельства дела 查明事件的情节 ，учитывать следующие обстоятельства 考虑到下列情形，估计到下述情形。复数 обстоятельства 以 а 结尾的表示情况、状况、环境。Например, семейные обстоятельства 家庭环境 политические обстоятельства 政治状况 в трудных обстоятельствах 在困难的情况下 при каких обстоятельствах 在什么样的情况下 при 加第六个не поддаваться силе обстоятельств 不受环境影响 обстоятельства изменились 情况变化了这个词还可以表示语法的一个术语，表示状语。其实我们之前讲语法术的时候应该讲过了。Например, обстоятельства времени, 时间状语。好，关于 обстоятельства 这个词再来看两个固定搭配。Смотря по обстоятельствам, 看情况而怎么样。Или глядя по обстоятельствам, стечение обстоятельств, 机缘巧合。来看下面一个动词 следующий глагол влиять, повлиять 后面要 на 加 кого что 加第四个表示对什么有影响对什么起作用变化规律的第一变位法 влияю, влияю, влияют 来看词组 повлиять на события 对事件有影响 повлиять на чье настроение 影响某某人的情绪повлиять на учеников своим личным примером 用自己的模范作用去影响学生再来回忆一下 влиять повлиять 这个词的书面语也就是动名词的组合是哪个 да, правильно оказывать, оказать влияние 同样的 на кого что следующее слово героиня 这是 герой 的阴性形式表示女英雄也可以表示女主人公、女主角。Последнее слово ближайший 第一个意思是 близкий 的最高级形式，表示最近的。Например, ближайшая почта 最近的邮局 ближайший сосед 近邻 ближайшие дни 近日内 в ближайшем будущем 在最近的将来。第二个意义表示当务之急的。首要的 ближайшая задача 首要的任务第三个意思直接的 ближайшая причина 直接原因 ближайший начальник 直接领导最后一个意义可以表示更确切的 ближайшее определение 更确切的定义好那今天课文的最后一句话表达的意思是什么呢但可以想一想哪些情况会影响到我们女主人公近些年的生活。Правда, вы все поняли? 今天讲了两小段课文，大家都明白了吗？那课文我们今天先停一停，先讲到这里。接下去呢，我想给大家讲一个词汇辨析，因为在课文当中出现了 закончиться 这个词。那今天我想就跟大家讲一讲俄语当中表示结束这个意义的。三个动词的区别使用，这三个词是 кончить, закончить и окончить。首先要说，如果要表示做完某事，其实这三个词 кончить, закончить, окончить 都是可以用的，但是它们各自保留它
当中的区别的含义和修辞上的特点。有什么区别？我们来看 закончить 一般表示最终结束，彻底完成，通常强调主体的能动作用，一般表示通过努力来结束某种重大的事件。 закончить 可以与一些具体事物的名词连用，表示修建、完工。 например, закончить строительство。 但是口语当中也可以用 кончить 来代替。 закончить 也可以与计划、任务这些名词搭配，表示实现、完成。 например,закончить план, 完成计划。закончить пятилетку, 完成五年计划。закончить программу, закончить задание。而 кончать кончить, 一般表示结束，既可以指最终结束，也可以指暂时停止、中断。而且这个多多少少带有一些口语的色彩。而 оканчивать, окончить 表示全部结束。通常强调经历不同阶段而结束一个完整的过程，而且带有书面语色彩。比如我们讲的表示结束学业，虽然三个词都可以表示，但是 окончить 是比较正式的说法。那下面我们通过具体的例子来看一看这些词的区别。 Эту работу надо кончить сегодня же.Эту работу надо окончить сегодня же. 在表示做完某事，这里 кончить, окончить 都是可以使用的，只不过它们的意义和修辞上有一点不一样。那 окончить 当然相对比较正式一点。包括我们前面讲的 окончить 是表示全部结束，强调经历不同阶段而结束一个完整的过程。Дальше посмотрим. Окончить школу.Окончить институт, окончить университет, окончить курсы и так далее. 表示结束学业。当然 кончить 也可以用，但是 окончить 是比较正式的说法，我们前面也说了。下面还有一个需要注意的地方， кончить 后面与未完成体动词连用，而 окончить 一般与名词连用。Например, кончить рассказывать, кончить обсуждать.但如果你要用 окончить, 那就是 окончить рассказ, окончить обсуждение. Дальше. 如果你要强调创作出结构完整的著作或者艺术作品，不只单单表示结束脱稿时候，一般用 окончить. Например, окончить роман, окончить симфонию, окончить научный труд. 如果要表示某人多次举行的活动中某一次按预定计划进行完成，一般用 окончить. Например, окончить урок, окончить лекцию, окончить передачу, окончить концерт, окончить спектакль, окончить прием больных. 最后还要注意 кончать 表示停止做某事，而不表示该事的完成。我们经常说别写了，кончайте писать, 别讲话了, кончайте разговаривать. 这边其实跟我们讲的 не что делаете 是一样的意义。好了，那这样讲解过之后，大家现在能分清 кончить, закончить, окончить 这三个动词的基本使用了吗？其实如果你们还是混淆的话，可以记一些具体的词组，这样当你出现混淆的时候，你就可以通过词组来辨析哪个应该怎么用。下面再来看一个词汇的练习。我们这节课遇到了一个 читатель, 表示读者 человек, который читает. 那其实我们可以发现啊，俄语当中很多表示人的词尾有哪些呢？有 тель, ик, ец, и так далее的。那现在我们就来做一个练习，来看一看大家组词的能力，其实也就是考你们的语感。
Первый. Человек, который читает. 这个是现成的例子，我们课文当中有的。 читатель. Почитать – 加тель, да бдэ? Второй. Человек, который слушает. Да, слушатель. Дальше. Человек, который ловит рыбу. 大家不要跟我说 рыбак. 这不算. 我们从 ловить 这个词可以变哪个词过来呢? Ловец. 渔人, 猎人, 捕猎者. Дальше. Человек, который рубит лес. 这可能有点难了。猜一猜。 Рубильщик. Человек, который переводит. Это мы знаем. Переводчик. Человек, который покупает. Покупатель. Человек, который продает. Продавец. Посмотрим дальше. Человек, который учит. 这是谁呀? Учит, 这边指教. Учитель. Человек, который водит машину. Водитель. Человек, который учится. 好，这边跟前面的учит有区别，这边是学，那是谁呢? 学生, ученик. Человек, который поет. Певец. Человек, который разводит пчел. 这个有点难了. Пчеловод. 养蜂人. 大家组词组的怎么样? 有没有一点语感了? 那我们今天的新内容就先学到这里。 我们再来回顾一下这节课的主要内容。第一要注意 michta 这个词的变格，特别是它的复数第二个 michtani。 但是 конечно 是个插入语，前后需要用逗号隔开。包括我们后面讲的 признаться 它也有作为插入语的时候，也需要用逗号隔开。表示礼貌的说法，想怎么样可以 кто хотел бы или Кому хотелось бы? Признаваться, признаться, хоми, кому в чем? Связывать, связать, кого что, с кем, с чем? Влиять, повлиять на кого что? 这些动词后面的根格大家都要记住了。还有这节课新学的两个单数复数意义不同的词 отношения, 表示态度, 后面根格 к кому чему, 复数 отношения, между кем-чем 表示关系. Еще слово обстоятельства 单数表示情节, 复数 обстоятельства 表示情况. 除此之外我们还讲了 кончить, закончить, окончить 三个词的区别和使用, 以及我们还锻炼了自己的语感, 学了一些表示做什么职业的人的名词形式。 那其实这节课课文的篇幅虽然不大，但是我们单词当中讲的意义区别和运用还是内容挺多的。希望大家课下可以好好复习背下来。那今天这节课的时间也差不多了，那我们就先讲到这里吧。感谢你们的听讲，我们下次再见。 На этом заканчивается наш сегодняшний урок. Большое спасибо за внимание. До свидания.